Новое название, лозунг и логотип. На встрече с родителями учеников директор Азербайджанского британского колледжа Сигве Аусхейм рассказал о нововведениях в учебном заведении. Новое название, по словам директора, отражает систему образования, основанную на британской программе обучения. Главная причина ребрендинга – это продемонстрировать, что мы более модернизированы, более сфокусированы на кембриджской программе образования. Мы хотим подчеркнуть, что мы британская школа, расположенная в Азербайджане. Новый логотип также не остался без внимания. В нем использованы символы, отражающие богатую культуру и историю Азербайджана. Лев на синем фоне на новом логотипе передает приверженность принципам образования, единство, справедливость, стабильность и здоровое мышление, которого придерживается азербайджанский британский колледж. Идею ребрендинга родители учеников восприняли на ура. На мой взгляд, идея ребрендинга замечательная, потому что до этого момента действительно существовали некоторые разногласия о том, как в народе называют эту школу. А теперь будет такое, мне кажется, единое название и достаточно за себя все говорящее открыто. Поэтому я приветствую это движение. Также на встрече с родителями были обсуждены актуальные вопросы, успехи учеников, программа обучения на будущий год. Родители смогли получить ответы на интересующие их вопросы, также поделиться своими идеями и предложениями. В ходе вообще образования и процесса возникают определенные вопросы, которые необходимо обоюдно решать. Здесь, то есть руководство школы, я думаю, это инициатива хорошая, которую они преподнесли. То есть мы встречаемся, обсуждаем нужные вопросы, и, честно говоря, с прошлого года мы чувствуем изменения, то есть в лучшую сторону. В государственной политике Азербайджана образование – одно из приоритетных направлений. В стране активно ведутся работы для развития уровня образования. Новые школьные здания снабжаются современной аппаратурой, компьютерами, и осуществляется это все в соответствии с мировыми стандартами. Наш азербайджанский британский колледж будет продолжением достижений СОКАР в сфере образования. Мы считаем, что значимость, придаваемая образованию со стороны СОКАР, и польза от этого является вкладом в будущее нашего народа. Вообще, самый лучший и полезный вклад – это вклад в детей, в молодежь, в будущее народа. Так как это британская школа, тут вспоминается одно выражение Уинстона Черчилля. Он говорил, что управлять четырьмя детьми сложнее, чем управлять целым народом. Это и вправду так. Основной целью азербайджанского британского колледжа является предоставление ученикам качественного образования, для чего в комплексе созданы все возможности. Индивидуальный подход к каждому ребенку, инновационная система образования создает условия для развития всех учащихся в азербайджанском британском колледже, что, конечно, замечают и родители учеников. Что я заметил с первого года обучения у ребенка, он стал более уверен в себе. То есть он стал лучше объяснять определенные там темы, говорить на какие-то темы. То есть у него появилось свое мнение. О чем это говорит? То есть детей развивают в разных направлениях. Азербайджанский британский колледж является частью Азербайджанского центра международного образования. Обучение в комплексе проводится в основном на английском языке. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с британско-ельским стандартом образования. А самая главная цель – находить таланты с разных уголков Азербайджана и предоставлять им возможность для дальнейшего развития. Эльмира Мусазаде, Намиг Гасанлы, CBC.